Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я снимаю видео не одна, я снимаю его со своей подругой Леной. Вы ее на самом деле уже видели, кто есть у меня в Инстаграм, вы видели и даже говорили, что мы похожи, что мы сестры. Ну, сейчас, конечно, не похожи с моим фиолетовым цветом волос, но когда мы были в две блондинки, задавали такие вопросы. Мы с ней дружим уже очень давно, но у нас был перерыв в общении, когда я уезжала в Москву, жила в Москве. В общем, сколько мы не общались? Лет 10? Не виделись, да, лет 12 даже. Лет 12 мы не общались, потом снова начали общаться, и, в общем, как и не было этих 12 лет. И сегодня мы решили снять видео, в прошлый раз я снимала со своей подругой Кристиной, мы снимали «Бобы Гарри Поттера». Там фишка в чем была, мы ничего не перевели, немножечко не подготовились к этому видео, и там все названия были написаны, на самом деле все конфетки были разные, то есть зеленая была, все зеленые были такими, там одного вкуса, да, другой цвет был другого вкуса. Здесь по-другому называются конфетки, покажи, как называются, с другой стороны, как-то они называются, бин бузлет. И здесь фишка в том, что здесь одного цвета конфетка действительно может быть разных вкусов. Ой, не видно. Мы почитали уже, что здесь. И здесь реально просто ужас. Козюля, да, блевотина, ужас. Носки, дохлая рыба. В общем, нам страшно. Ленка пока читала, она вообще такая, боже, если мне это попадется. И, кстати, мы сегодня напряженные, сейчас в темпе будем все это делать, потому что у Ленки самолет. Только я такой лох вообще. Могу просто пропустить, чуть не улететь. Сейчас ей позвонил дома, брат и сказал, что, говорит, ты же улетаешь в Таиланд, собралась девушку со своим любимым молодым человеком. Вот, и оказывается, что у нее вылет, ну, ей уже 12 часов, надо быть в аэропорту. Да, я просто думала, что у меня завтра, и как бы вообще без проблем поехала к своей подруге. Это проблема, наверное, всех, кто ночью так выезжает, и тоже у меня было, когда перепутала. Короче, мы сейчас в темпе, у нее сердце стучит, она будет нервничать, так что мы сейчас быстро будем все это пробовать. И у нас фишка в чем, что в прошлый раз, конечно, мы халтурили с Кристиной, да, хотя она у нас съела две конфеты страшные. В этот раз мы решили, что мы берем две одинаковые конфетки, но и мы не просто там нюхаем, разгрызла и все. То есть нам нужно положить ее в рот и один раз хотя бы ее укусить. Потом можно выплевывать. Мне кажется, вообще не надо даже нюхать. Сразу клади в рот и пускай. Ну, я думаю, она не будет пахнуть. Можем проверить. Как их много. С ума сойти. Ну, мы сделаем быстро, да? То есть смотри. Кладем. Бля, я не запомнила, как по цветам. Слушай, я не запомнила, какие носки, вот, например. Блин. Но мы сейчас, вот, у нас же есть вон. Хотя все равно они же могут быть одинаковые. У нас есть подсказочка, то есть... Ой, блядь, еще осталось. Они же могут быть и вкусные, а может быть и говно. Да. Ну смотри, давай, например, возьмем зеленый. Ты помнишь, что зеленый? Зеленый это будет либо лайм у нас, либо газон. Либо какой-то газон. Кто-нибудь пробовал землю, газон? Непонятно, да? А ты прям переводила, газон, да? Это, я так понимаю, вот эта трава искусственная, типа газон. Газон зеленый, знаешь? А ты переводила? Перевела, да? Прям газон, отрезок газон. В общем, мы берем зеленую, да, зеленую, вот чисто зеленую, бери зеленую. Чисто зеленую. Блин. И вот у кого-то будет лайм. Подожди, что ты мне тыкаешь? Я вот это хочу. Да, вдруг ты неплохой. Я же не знаю. У кого-то будет газон, у кого-то будет лайм. Раз, два, три. Не поняла еще. Ой, она к зубам прилипает. Походу, у меня газон, что ли? А, ну подожди. А у тебя вкусно? Слушай, я не пойму. Слушай, я вроде бы... Ой, у меня чокер. Это я так спешила, когда узнала. Слушай, ну, походу, у меня не лайм, потому что... Мне тоже кажется, у меня не лайм. У меня, походу, газон, но вкусный. У меня тоже. А реально газон вкусный прям показался. Давай еще раз зеленый возьмем. Давай. Пока газон нормально не будет. Или лайм нормально не будет. Не, ну это реально не газон будет. Зелененькую вот еще взял. Я вот прям яркую. Давай. Так, раз, два, три. О, прикольная. Лайм. У тебя газон. Так тебе и надо. То есть мы съели по газону с тобой, если это лайм, ты так отчетливо поняла. У меня лайм. До этого, значит, а до этого, ну до этого, видимо, был газон, но он нормальный. Вообще вкусный на газон. Так, даже не газон нормальный. Ну вот этот, значит, у тебя был реальный газон. Смотри, тут три зеленые осталось. Лайм вкусный. Ладно, давай тогда так. Давай другой цвет. Давай теперь вот голубой. Либо паста, либо Berry Blue. А, в прошлый раз была паста, а не мята, которую я не хотела есть. Поэтому я ее не хотела, потому что она на пасту была похожа. Давай, либо паста, либо... Это, давай, раз, два, три. Хватаем. Вот они. Паста. Паста.
Я не буду есть. Да, тоже не. Давай еще. Я хочу все-таки попробовать, как черника. Голубую? Давай, раз, три. О! А у меня паста опять. Ну хоть не говно, знаете. Подожди, сейчас перейду. Почищу зубы перед аэропортом. Времени все равно нету. Чемоданы любимый собирает. Так, давай теперь. Себя. Ой. Ты помнишь, еще коричневая была? Спасибо тебе, брат, что ты мне сказал. Иначе просто... Да, Лёшка, тебе привет. Путёвочка бы моя, тютю. Я бы вообще с ума сошла. Смотри, шоколад, шоколадный пудинг коричневый. Или этот, еда. Собачья еда. Собачья. Или собачья еда. Коричневый, да? Коричневый. Раз, два, три. Подожди, ну, да. Разве это не едим? Раз, всё? Раз, два, три. Я еда. Не, знаете, ну здесь они, мне кажется, они немножечко, ну, с добром, да, к людям. Не такие прям ужасные, как вот реально в Гарри Поттере были. То есть, понимаешь, что здесь какой-то не тот вкус? Не такие ужасные, сама это все выплевывает. Но если вкусная, то она вкусная стопудово, да? Да. Давай еще раз коричневую. Ляня, тут только одна коричневая осталась. Ага. И не поймешь, что это. А давай, короче, знаешь, что сделаем? Добавить. Сейчас, короче, останется самое страшное. Смотри, козявки, блевотина и носки. Охренеть. А давай мы вот это и проверим. Розовые. Носки. Носки или тути-фрути. Блин, подожди. Ну вот что ты схватила? Еще, я хотела сама выиграть. Ну, сейчас, подожди. Вот она еще. Три штуки. Давай, выбирай любую. Господи, пожалуйста, хоть бы я не носки взяла. Но они не пахнут. Господи, пожалуйста, хоть бы я тути-фрути взяла. Какая поймаю? Никакого. Вот это ближе. Давай, раз, два, три. Ай, тут не в руке. Че, прям такая ужасная? Че, такая ужасная, что ли? Надя! Водичку возьми. Надя! Это чисто, это реально. Я Селена, я Селена. Понюхаю. Надя, ты попробуй, это чистый. Это жесть. Запах отврат вообще. Запах реальный настолько. Я реально аж прослезилась. Бедненькая это фу, это вообще жесть. Это реально носок, сука. Просто сорвала носок. Мой маленький. Я у тебя из руки говно какое-то беру. Я хочу. Ладно, будешь выбирать сама. Так, давай так. Больше всего боялась носок. Интересно, а где вот эта, которая упала? Вот она какая? Это носок или сладенькая? Да носок уже я съела, блин, не знаю. Вот он. Я не рискну ее пробовать. Я лучше угощу кого-нибудь. Гости придет, брат ко мне. Да? Скоро да. Гости придет, я скажу. Попробуй. Это на удачу. Посмотрим, счастливчик ты или нет. Так что, если ты меня смотришь... Причем тут счастливчик? Одна конфетка. Он же ее не сам выбрал. Все, так, не с рук, да? Давай, давай вот такую оранжевую. Барф. Это у нас что было? Блевотина. Блевотина. И пич, или персик. Блин, я... Короче, становится все страшнее, потому что тут реально остается самое вот такое. Я выбрала жесткое. Оранжевую. Оранжевую с крапинками. Господи, ну пожалуйста, ну носки уже попались, ну можно блевотину, пожалуйста, вот. Добрая девочка. Оранжевая, вот это, да? Да. Ой, раз, два, три. За полгом. Блядь. Тихо, я не дышу. Это жесть. Ну вот, короче, сегодня реально, походу, не мой день. Ну реально. Единственная радость, что, короче, я хотя бы в аэропорт сегодня уже поеду. Благодаря своему брату. Осталось тухлое молоко. Ну я буду надеяться, что тебе повезет на отдыхе. Очень круто отдохнешь и купишь всякие себе приколюхи. Да. Знаешь, не везет в игре, повезет в любви. Это же самое главное. Давай дальше. Чего это у нас белое было, кстати? У нас тухлое молоко осталось. Тухлое молоко и коконут. Это молоко кокосовое, да? Давай. Это беленькая, да? Беленькая. Я уже боюсь, честное слово, но это жесть, блин. Ой, бля, какая-то сильно белая. Я возьму сильно белую. Она прям белая. И вот у меня сильно белая. А, ну это оно, значит. Либо то, либо то. Блин, пожалуйста. Раз, два. Можно мне... Давай не призывай к Всевышнему, это нечестно. Так чего, я все равно вон блевотина уже и носки, просто самую жесть. Ну мало ли, сейчас начнут тебе помогать. И да, вот трудно, они вообще не пахнут, короче. Раз, два, три. Фу, бля, ой.
по делам, да, что это такое? Когда тебе попадается тухлятина, да? Фу, это реально не протухшее. Фу. Я никогда не ела протухшее молоко тогда. Маленький мой, он понимает, что что-то происходит с мамой страшное. Давай дальше, что мы не пробуем? Фу, у меня сорта теревоняет говном каким-то. Ну, закуси. Ай, смотри, а мы ели тухлую рыбу? Нет. Дохлая... У меня тоже оранжевая, кстати. Дохлая... Может, это дохлая рыба? Подожди, а видишь? Ай, оранжевых несколько видов. Ну да, вот, это матовые. Матовые. Надя, это от тебя воняет или с мусорки? Я тут уже от всего воняет. Я просто такая... Дохлая наклонилась за конфеткой. Давай, дохлая рыба или банана смузи, да? Подожди, это вот желтые. Стробери банана смузи. Это вот эти желтые, да? Это не желтые, это вот оранжевые в крапинку, вот они. Вот оранжевые в крапинку. Матовые оранжевые. Ага. Вот они. Три штуки. Раз, бери. Два. Подожди, но они не в крапинку, видишь, вот эти другие. Нет, ты сейчас нет. Мне подсунешь, блин. Нет, нет, нет. Вот эти прозрачные, видишь, а вот эти матовые, вот они прозрачные, они же разные. Ага. Но все равно почему-то вот тут вот много еще. Крапинок. А это вообще другая. Нет, это другая. Да. Вот это выбирай. Подожди, сейчас. Да, вот прикол. Сейчас я выберу. Ладно, короче, я взяла. Эти много крапинок, они меня смущают. Меня тоже смущают, я тоже взяла меньше крапинок. А вот это, смотрите, она в сильных крапинках. А это в меньших. И у нее такая же. Раз, два, три. У меня вкусняшка. Ням-ням. Знаете, достаточно вот просто укусить и вдохнуть. Все. Да ты, кстати, вообще что-то сфилонила. Я поняла, что это. Мне достаточно. Возьми еще откуси. Что ты филонишь? Я очень чувствительный. Сама мне говорит, давай кусаем по-любому, а потом типа это. А тухлое яйцо мы ели? Мы не ели тухлое яйцо. Тебе тухлое молоко попалось? Тухлое яйцо или попкорн? Тухлое яйцо или попкорн. Давай. Тут эти, видишь, какие крапинки? Вот. А тут другие. Ну, значит, раз, два, три. Топа, давай, давай вот эту. Ты сама говорила, давай не нюхай, а сразу. Так они не пахнут. Хоть, я не знаю, что их нюхает. А мне раз, два, три. Подожди-ка. Походу, что-то тут нечисто. Подожди. А ну, короче... У меня тухлое яйцо. А у меня не пойму что. У тебя значит этот. Попкорн. Ну дыхни. Ну оно... Похоже на тухлое яйцо. Угу. Но оно не тухлое. Но оно невкусное, короче. Не знаю что это. Фу, блин, реально говно. Слушай, а мы зеленую не ели еще. Не, ели, это блевотина была. Носки были. Мы не козявку была. Не ели, да? А какая козявка? Вот это? Вот она, козявка. Вот зеленые. Вот она. Вот меня ж, я не могу. Что ты трогаешь их? Всё надо выбрать. Я не могу, ты как потрогаешь. Я подумала, вот это вот. Раз, два, три, все, я хватаю. Это либо козявка. Ну, козявки что, соленая будет просто. Козявка. Пробовала козявки когда-нибудь? Не, ну может в детстве, но не помню. Все пробовали козявки. Не, ну в детстве может. Напишите в комментариях, либо кто пробовал козявки. Да. Ну либо, давай. Может кто-то до сих пор их любит, знаешь, так анонимно. Сейчас мы, прикинь, такие не угадали. Козявки съели, такие лёгкие, ну всё нормально. Так, а оно будет либо козявка, либо что? Либо этот персиковый сок. Раз, две. Я козявка? Ты знаешь, я пробовала в детстве козявки. Не, это, подождите. Но это не персиковый сок и не козявка были. Походу подсела на козявки. Вот опять. Ну вот отдохни. Я не пойму, что это. Вот да, вот у меня такая же фигня. Оно как-то не понятно. Бугер, это козявки, да? Ага. Короче, вот косяк в том, что вроде жуёшь, думаешь, ну не ужасно, вроде вкусно. А потом она, короче, резко. Такой насыщенный вкус. Блин, чего-то. Я так хочу, вот одна вот, шоколадная например, осталась, я хочу попробовать. Я же так и не попробовала шоколад. Давай. Не, ну опять еда, помню.
Ну, жуй, пожалуйста, что ты не понимаешь? Ну, можешь нормально в рот закинь и пожуй? Ну, нет, ну еда. Ну, шоколадом же не пахнет. Ну да, еда. А ты не любишь? Я в детстве ела, кстати. Я тоже ела кошачий. Собачий корм. Я собачий. Ну что, ты лишняшь еще что-нибудь попробовать? Да, ну конечно, мы же еще... Ну, давай мы теперь наугад. Мы вроде все попробовали, да, вот остались давай, они разные. Давай неравномерные. Вот давай кто что, чисто так наугад. Давай. Вот это, короче. Это либо газон будет у меня, либо... Блин, а у меня либо козявка, да. Либо опять этот пич какой-то. Подожди, а у меня будет либо газон, либо лайм. Ну, в прошлый раз мне повезло, мне попался лайм. Надеюсь, в этот раз тоже. Слушай, они все, по-моему, вот эти козявки, не козявки. Газон. Газон. Знаете, на что похоже? Листик. Ел кто-нибудь листик? Все, вода закончилась. Вода закончилась. Ну, да. Теперь будет сложнее играть. Жесть. За водой теникает. Давай еще. Давай по последнему разу, да? Давай. Давай, да, вот так вот прям. Не смотрим, не смотрим. Опять мне коза. О, а у меня такой вообще не было, кстати. Это, кстати, жесткая тема какая-то была. Блин. Это у тебя зеленая. Подожди. Ты и есть коза. Так у меня коза. Подожди. Нет, это у тебя тутти-фрутти, либо сокс. Твои любимые. Да ты чё, сокс были оранжевые. Ладно, пробую, короче. Ну, твою мать! Нет. Это носки! У меня опять эта трава. Надя! Селена! Ты, давай завершим сладеньким чем-нибудь, чтобы впечатления нормальные были. А ты скажешь, вот последние носки сожрала. Да не тряси, я вот эту зеленую хочу. Надеюсь, это лайм. Блин, а я вот эту розовую. Что это розовая? Подожди. Это как раз таки носки, может. Но носки у меня только что были. Вторые. Ничего не страшно. А у меня лайм. После носков лайм, конечно, вообще шикардос. Мне кажется, такое лицо у меня сейчас было вообще. Это страшно. Фу, это вот было говно какое-то. Слушай, какашка. Вообще носки вот эти самые жесткие, тут я тебе скажу. Прям жесткий вкус носков. Вообще он прям окутывает рот. Я хочу что-нибудь сладенькое. Ой. Блюбери, у меня была блюбери. Ну, давайте на такой позитивной ноте и закончим. Итак, мои хорошие, в общем, мы для вас старались и очень много вот испробовали ужаса, да? У меня веселая подушка. Ага, это у меня нервная, я сейчас уже это, сразу сейчас же... Сейчас она пулей просто бежит, да, вызываем сразу такси. Пулей, такси, выбегать. Собирать чемодан. Тебе, дорогая, я желаю хорошо отдохнуть, там жду фоточки в Инстаграм, чтобы там тра-та-та. Ой, знаешь, что на берегу, если вы будете, напиши Селена Свей на берегу. Конечно, фотку да, мне... Селена Свей, два дня там просто писала. Большие буквы мне в сердечко, короче. И сфоткай меня, и отметь меня там. Пожалуйста! Мне так никто еще не делал. И вы, если кто-то на море тоже так делаете, я так это люблю. Ну что, я с вами прощаюсь. Если вам понравилось, ставьте лайки, поддержите нас на наши впечатления. Мы так старались. И кто, кстати, еще в первый раз только нас видит, обязательно подпишитесь. Там вот кнопочка внизу, или вот в конце там будут две S такие вот, вот нажимайте и подписывайтесь. Ну, мы с вами прощаемся до следующего видео. В общем, все ваши впечатления пишите в комментариях. Пока-пока. Пока.